укладываясь, стремиться вот к единому, что-то свести, да, понимать мир некоего целого и самого себя. Связь между эпохами, связь между поколениями исследователей, преподавателей, студентов. Калининградский государственный университет последовательно шел к Балтийскому федеральному университету имени Кант. Кант, мне кажется, это символ определенный, который показывает, что действительно есть некая связь времен. Университет по праву должен носить имя Канта. Менялись его названия, но оставалась та атмосфера, которая была заложена. Пытаемся передать традицию тем, кто нам приходит на смену. Удивительно, единение было студентов, преподавателей. Студенты, с которыми мне приходилось работать, они остались в памяти, как говорится, на всю жизнь. Сейчас наше общество поворачивается к нашему наследию. Идея конвенции поколений, когда младшие и старшие поколения равны в своих ценностях, могут ими обмениваться. Которые опираются на созданное наследие и из этого наследия строят инновации. Полностью изменились. И университет, и наш базовый университетский университет поменялся. А на самом деле это ваш план будущего. Сегодня наши студенты – это ударная сила страны. Те люди, которые формируют ее будущее. И университет развернулся в сторону энергичного развития. БФУ имени Канта. Балтийский федеральный университет имени Канта. У вуза скоро появится новый кампус мирового уровня. Университет должен стать стратегическим фактором развития нашего региона. Новые чтения требуют новой реакции. Это не ты становишься университетским человеком, это когда ты взаимодействуешь с людьми. Мы определили ту основу, ту фундаментальную философию, положение, обоснование, которое лежит в основе нашего университета. Мы назвали его «Конвенция поколений».